Дарья Касаткина победила в профессиональном теннисном турнире. Краснодар не интересуется игроком «Крыльев Советов». Самарский журналист займется репутацией Амкара. Воспитанница Тольяттинской школы тенниса Дарья Касаткина стала победительницей профессионального женского теннисного турнира Daytona Beach Women's Pro Tennis Championship. Призовой фонд турнира составляет 25 тысяч долларов. Дарья переиграла испанку Лауру Пустио, американку Лорен Имбри, голландку Инди де Врум, а также Сару Сорибес Тормо из Испании. В финальном поединке Касаткина одержала победу над бельгийкой Элиз Мартенс. Между прочим, все соперницы 17-летней спортсменки сегодня находятся гораздо выше в женском мировом рейтинге. Турнир в Дайтоне стал уже вторым, который Касаткина отыграла во Флориде. Недели ранее она дошла до полуфинала такого же 25-тысячника в Плантейшн. На предстоящей неделе Дарья Касаткина заявлена в турнире в городе Санрайз, штат Флорида. Владелец футбольного клуба «Краснодар» Сергей Галицкий заявил, что клуб не интересуется полузащитником «Крыльев» Денисом Ткачуком. Ранее появилась информация о том, что «Краснодар» хочет купить Ткачука за 1,5 миллиона долларов. В январе Ткачук находился на просмотре в «Зените», но на второй сбор петербургский клуб его не взял. Позже стало известно, что Ткачук не прилетел и на сбор «Крыльев». Срок контракта игрока с самарским клубом истекает в июне 2015 года. Самарский журналист Арнольд Эпштейн займется репутацией пермского футбольного клуба «Амкар». В Пермь журналиста пригласил бывший тренер «Крыльев Советов» Гаджи Гаджиев. На новом месте Эпштейн будет отвечать за внешнее позиционирование клуба. Как сообщил исполнительный директор «Амкара» Игорь Резвухин, в данный момент трудового договора с журналистом не заключено. Арнольд Эпштейн является постоянным автором федерального издания «Спортэкспресс», а ранее активно сотрудничал с самарским футбольным клубом «Крылья Советов».